какие такие тайные кнопочки постоянно нажимает российская телепропаганда, что превращает телезрителей в собак Павлова? Ведь буквально еще 2 недели назад россияне были готовы забомбить и зачистить Турцию по самые помидоры. А сегодня уже готовы целоваться в десна с Эрдоганом. Так кто мы с турками? Друзья до гроба? Или все-таки враги? Мы что-то не понимаем. С таким вопросом мы обратились к москвичам. Это не нас спрашивать, а правительство. Потому что мы не знаем. Как же? Ну вы же граждане, как вы не знаете? Ну, для нас их дела это потемки. Потому что мы можем предугадывать одно, а они думают совсем другое. С турками? Ну, для меня лично, как вам сказать, ну, после того, как они тот самолет сбили, лично для меня не друзья. Лично для меня. А для остальных жителей страны я не могу говорить лично для них. А почему государство, знаете, так вот меняется, как флюгер позиция? Враждуем, дружим, враждуем, дружим. Это как? Ну, это надо у правительства спрашивать. Они там наверху что-то решают. У меня нет такой власти, как у них, я не могу за них говорить. Как? У нас же вся власть принадлежит народу, вы что? Ну, может быть, народу и принадлежит. Но меня-то никто не спрашивает. Я думаю, не идет, что там дружим. Просто, наверное, нормальные отношения должны сейчас, ну, наладиться, по крайней мере. А дружбу, наверное, нам не получится. Ну, по крайней мере, 5 лет еще. Мы все время с турками воевали, так если разобраться-то. Просто хорошие отношения поддерживают, вот и все. И про ИГИЛ забудем, что они там торговали. Да нет, никто ничего не забудет. Но чтобы не нагнетать обстановку, я думаю, лучше как-то... Всегда Россия, она как-то вот так вот вела себя. А с Америкой как? А с Америкой как враги или нет? Тоже непонятно. Да, враги с Америкой после как война кончилась, по идее. А с турками нет? И с турками тоже. Ну, просто я говорю, у нас страна сама по себе такая. Мы не хотим вот так вот держим это, такое положение. Хотя вы сами знаете, что Путин армию поднял за 16 лет по-любому. С 2000 года. Нас хоть уважать стали, как и раньше уважали. Я в моря ходил в свое время по всему миру. Везде русские, русские. А я думаю, в 90-х нас никто уже не здоровался. А сейчас опять стали здороваться. Разве? А он же изгой, Путин-то. С ним никто не встречается. Ну, я не знаю, это для кого изгой, а для кого нет. При нем тоже не сладко. С 2000 года всего 10 раз, в принципе, подорожало. И квартплата, и метро, и сигареты, и все. Я объяснить не могу, но думаю, что уже друзья. А как это? Как? Нет, я не могу вам объяснить. Я не работаю в медиа, вот в чем дело, поэтому я не могу вам объяснить. А природа вот этой дружбы теперь, она на чем основана? Ну там природа ненависти, понятно, сбили наш самолет, а природа дружбы теперь какая? Ну помирились, он попросил прощения, его простили. Все. А Америку мы не простим никогда? Да. Ну, мы сейчас не говорим про Америку, мы же говорим про Турцию. Вы же один вопрос хотели задать. Я считаю, что мы не друзья и не враги. Мы совершенно две разные страны, и каждая должна жить так, чтобы было хорошо в ее стране. Я считаю так. А зачем тогда мы говорили, что их надо, значит, одними помидорами не отделаетесь, говорили мы, и теперь... Не отделались. А что случилось? А ничего не случилось, это политика. Просто не отделались? Не отделались. Еще все впереди, да? Вот приедет Эрдоган 9 августа и получит свое. А зачем он должен что-то получать? Политики должны договариваться между собой. Я считаю так. А, ну вы же гражданка, вас же это... Гражданка, да. Ну вас же как-то это должно касаться. Естественно, касается. Я в Турцию не поехала и не поеду. Куда поедете? Ну, я уже приехала из Греции. Я стараюсь не вникать в политические подробности. Ну как, ну нас же это касается. Не знаю, я был в отпуске. Я кое-какие события пропустил. Там стреляли, по-моему, в Турции, да? Что-то. Там сбили наш самолет, да. А потом был переворот. Я не знаю, я считаю, надо дружить со всеми. Как бы... И даже вот с таким Эрдоганом, с которым мы были на ножах в контрах, а теперь вот снова друзья. Ну, народ не виноват, что такое Эрдоган. Да. Может, найдется какой-то другой, более приличный человек.
Но я считаю, что надо дружить. Сам не понимаю, если честно. Да? То все плохие, то все хорошие. Я не смотрю новости. Далек от политики, меня волнует моя семья, мои близкие. Вот, наверное, и все. Сложно сказать. Ну, объясните нам. Нет, я тоже этого не понимаю.